передаю привет нашим командирам. Че так названные командиры? Гостись там по норам. Комбатам, Уралам. Карп, я к тебе обращаюсь. Леший. Командир Сорока. Товарищ полковник Звалинский. Привет, Даня. Это который командир роты Чита позывной. Мы там держались трое суток. Не пришел. Просто оставили, мы в мясорубку это кинули и просто оставили. Для чего? Чтоб мы просто сдохли. Просто сдохли, как собаки. Суки вы, б***ли. Нас своих людей кинули. Олегу, б***, что ты меня бросил, б***, и старшине, б***, что вы нас всех, б***, кинули, на произвол судьбы. Когда пацаны, б***, рядом с тобой умирают, и видишь, на их, они вот лежат, б***, Саня, помоги, а я сам ничем помочь не могу, б***, я сам кровью стекаю, б***. А вы в этот момент отъебали, пока нас там, б***, крошат. Молодых пацанов оставил, б***, погибать просто, б***, помирать, б***. У всех семьи, дети, у всех, б***. Большую благодарность вам за то, что вы всех покинули. Они не имеют права звания офицеров и так далее. Просто одним словом, ублюдки и пи***ц. Вы нас кинули, а говорили, русских не бросают. Кто вы после этого, гаденыши? Тварь, пи***, найду где-то. Я тебя сам заточу в землю, понял? Козел. И этот еще леший с тобой был, командир. Я вас обоих из-под земли достану, тварей. И уничтожу, как смогу. Да вы как это можете себе позволить такое? Русские своих не бросают. Да вы бросили нас там, как пушечное мясо. Умирать, погибать. За что воюем, я сам не пойму. Прекращайте обманывать таких же мужиков, пацанов, как я. Из того, что показывают по телевизору, как все там красиво и гладко, ничего этого я вообще не увидел. Это твари. Твари. Просто твари. Уроды ебаные, блядь. Потому что, блядь, сука, если бы я знал, что вот так вот Россия наша, блядь, обманет нас, блядь. Дай штопам сгореть в аду.